Валя стащила четки у Володи, играет, и может под пол их загнать. Я свои кое-как нашел. Она их стаскивает и тащит куда ей вздумается. И что делает? Володи-то нету, вот она, Валя. Узнали, что ей полгода нету. Около 30 числа родилась. Ну, полгода-то есть, да. Вот она, видишь, приоткрыла и закатывает его туда. Видал, что? Щетки. Открыла туда и туда затаскивает под пол. Там молиться будет ее под пол, когда посадят. Гляди. Прямо затаскивает. Вот какая, надо же так вот. Это у нее туда ход, погреб. Вот она открыла его. Сейчас туда и все-таки прямо сбрасывает. Ты гляди, что делает. Берет, по одной лапой поднимает, а зубами ту сбрасывает. Я сколько раз находил там вещи, карандаши, все, притащит, откроет, сбросит и уйдет. Она считает подпол ее подпол. Потому что мы туда не ходим, а она ходит. Еще. Вот кто ее так учил? 30-го ей полгода. Ну, сейчас на второе полгода пошло. Уже настоящая кошка. И все. Выравнивает, чтобы она попала туда. Она уже, считай, пошла туда. Вот поднимает. Ты посмотри, ты гляди, что делает. Зубами берет и скидывает. Я такого не видал никогда. Лапой отнимает там 8 слоев. Материя сшитая такая, половичок. Чтобы ветер не дул холодный. Это она сегодня, вот 13 января 2018 года. Вот она. И сразу у нее получается. И никуда подтащила, лежала вот и где, наверху. Вот Володя где сидит, около компьютера. Все. И главное, ему не успокаивается, никуда не тащит, только туда. Володя, ты посмотри, что она делает. Щетки стащила, лапой поднимает, а зубами это поднимает, и щетки твои сбрасывают туда. Сколько время? Она маленько уже осталась, чуть-чуть, держится ни на чем. Все, опустила. Это не мои же, это вот его. А? Это четки Никиты. Это мои четки. Это Никитина? Да. Гляди, гляди, и заглядывает, как получилось у ней. Молодец. Все. Сейчас проверила, все, сбросила. Лапой проверила, куда полезла. Вообще. Ну, тварюшка. Все, сейчас закрывать надо. Щеточки сбросила. Пошла проверять. Она их там может в дальний угол утащить. Полезла. Никита, иди, лезь, иначе их не найдешь. Она там замолится. Вот сколько она туда всего затащила, и нитки, и кирючки. Так, все. Сиди там. Все, закрыли туда. Вот она, закрыли, не тут-то было. Все. Вот интересно, Валя, смешно. Закрывай за собой дырку-то, закрой. Она приоткрыла маленькая. Теперь надо туда залезть. И сейчас с той стороны она потянет материю на себя. Так. Открыла. Вот понаблюдает. Так, это... Материя тут 8 слоев. Она как потник. Все, дыру открыла, пошла. Все, уже не... Теперь то оттуда холод дует, почем зря. Ей нужды нет никакой. Валя, вот. Хватит. Володя подошел, ногой затоптал. Все. Так, ну все, я готов, в принципе. На улице еще начинается снежок? Нет, не видал. Не видал, а я вижу. Ветер дует, дым нас идет, дым. Может и есть дым. Ветер идет. Пришла опять сюда.
Если закрыто, значит, вот она здесь. Нельзя оставить на ночь, потом в клетку ее держим. Да. Обычно доходит еще так. Как и дети. Вот. Искал мешок еще один, что-то не нашел еще. Где же он был вот этот? Нашел мешок, но не сумку. Там голуби, и она к ним. Пугает. Как голубей выпускать? Мы сначала палец прячем. Опять сейчас вот приоткроет. И оттуда сифонит, страшно как холод. Зачем она это делает, никак не пойму. Но она у нее большая шерсть, подшерсток. Сибирская кошонка-то. Может для вентиляции? Только до остановки помочь. Вот она куда. Это я коробку ей опрокидываю тут. Она на нее, под нее. Поиграет с ней. Ну еще, Паля. Ах, Паля ты, Паля. Так, вот я теперь под одеяло руку шевелю. Вот она теперь на. О, о, о. Вот что-то я пальцы засунул туда под одеялами. Ай, зубами. Она думает, что мышь там. Я передвигаю, и она за мной. Ах ты как. Какая кошонка, да кусает. Ну что ты делаешь? Ну что делаешь? Ну кусается, ну. Ты что делаешь, а? Ты что делаешь? Кусаешься, а? Ну что такое? Ты же балуешься, а? Рот-то разинула. Ну-ка. А ну-ка я тебе лапы возьму за лапу тебе как. Так, ну-ка, ух ты, тварюшка такая, а. Глазенки какие, о, ай, руку-то покорябала, она не дает нисколько. Ой-ой-ой-ой-ой. Ох, ох и мышатница. На верхнем этаже на третьем лежала и через всю комнату за помойным ведром шорох услыхала. Маленький мышонок, как землеройкин. О, вчера Володя ее ищет, это надо на ночь сажать-то. А она сверху спрыгнула и ко мне под одеяло и замерла. А хвост оказался торчит на улице. Мы ее обнаружили по хвосту. Легла и тихо-тихо, около меня под одеялом лежит, я уже лежал. Вот кто ее так учит? Во! Куда она? Спрашивает про Палю, говорит, больше показать. Это бегает быстро, очень быстро. Вон она, все, скрылась за ведром, за помойным. Братья готовятся книги нести. 17 книг. Тут одна Елена. Вот тут у ней коробка. И она в нее сходу запрыгивает. Сидит в коробке. Опа. Вот ее путь тут разыгралась. Вот она уже где. Все. Пытается залезть и подтянуться на лапах. Вот на второй этаж уже готова. Залезла. А ну-ка аккуратненько на третий этаж ее закинь туда. Паня. Паня. Ну-ка, на третий этаж перекинь прямо оттуда. О, все. Сейчас
Сейчас она прыгнет вон в ту дырку, и специально портянку я сделал, чтобы не скользила. И дальше по дровам уже здесь. Все. Хлопцы пошли. Не забывай еще брать с собой адрес, паспорт, деньги, визиточки, журнальчик. Если журнала нет, я дам тут. Это в северные районы. Гавпочтамт, это курьеры по отправке книг. Это стоимость пересылки от веса зависит, от расстояния. И коробки какие там, пакеты. Это все надо учитывать. Вот, пожалуйста, маленькая дырочка такая. Все, Володя там что-то пошевелил и выманул ее туда. Она мигом. Где она там, не видать ее? На дровах. Вон она там на дровах. Дрова сушатся. Вот теперь она пошла по валенку на третьем этаже. А с третьего этажа тут спускаться надо. Так, маленько возьми там рыбки оттуда и крикни, что пали. Чтобы она, как только сказала, она сразу завернулась. Поля. Вот она пошла. Вот она там еще дальше одна дырка. Проваливается на второй этаж. Теперь на втором этаже так, на приступах. По палке. Все. На. Вот. Поля. К себе куда? Вот тут я обедаю, она тут на полочке. Поля. Да, и... Молодка рыбная. Да вот рыба-то, что ты тебя под носом не чувствуешь? Вот тут я сижу на этом стуле, и она сразу на эту полочку и рядом. Все, только скажешь, Паля, потихоньку даже, все, как штык перед тобой. Картошку все время у нас пополам режут и на плите. Творог со сметаной привезли, отдали 300 рублей, рыбу купили, термосы залили, какие-то задания. А что они как это в снегу-то у тебя, мокрые будут? Ну, тут... ты там обхлопал как-то, что ж ты со снегом-то? Она же мокрая будет, и в нее грязь войдет. Вот вылезла, все, пошла. Сейчас он несет. Видишь, как железными листами заложили печь. Когда она обожглась, а мы везде. Тут надпись. И тут такая же надпись. Вот Володя берет, вторую плиту ставит. Это жесть. Все закрыто. Плита недоступна. А сверху там никак, там решетка. Видишь, как все делается. Место-то маленькое. Расстояние, где пройти, всего только полметра. Ну, 60 сантиметров. Вот так. Ну вот, видишь как.
Хлопал, у них это обязанность, павлички хлопать. Шмыгануло под на мою кровать. О, только промелькнуло. Ну все. Батюшка-то еще нету? В храме уже. Уже в храме? Батюшка. Батюшка приехал. Ну он придет сюда, наверное. Так, ты эту посуду к Татьяне-то забери. Я не иду туда. Я вчера помылся уже. Ну хочу тогда не унесешь туда. Да я не думал об этом даже. Что она тут? Это ее баночки, она что-то мне дает. Все, пошли? Да. А ты-то куда? С ним вместе? Кто с кем вместе? Давайте, три поклона, а там на улице всегда помолитесь и помашите мне рукой. Я стараюсь с вами молиться вместе. А три поклона положите и идите. Благослови, Господи, и все устрой по воле Твоей святой. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все, закрывайте, подоприте там. Плотно дверь закрой. Ну а книги-то что не взяли-то, не пойму. Что он побежал-то не взял, почему? Видишь, как вот хитро. Нагрузи его, я буду отсюда видеть. Что темно, на почту пошли. Вот видно, что снежинки летят. Знаешь, надевает мешок. Никита ничего нет. У Володи два рюкзак и сумка, а Никита простой. Вот и сказал, возьми. Вот только наказывать или как? Все-таки перегрузил на него. Благослови, Господи, и помилуй. Слава Христу. Вот они там, на улице. О, рукой помахали. Все, слава Христу. Благослови, Господи, Никиту Владимира. Вот теперь дальше, видать. Сейчас они выйдут, вот они идут. Сижу здесь в избе и провожаю их. Там какой-то человек идет.